В нескольких семьях села Татаново большая радость. Весть о пропавших в годы Великой Отечественной войны родственниках наконец-то пришла. А нашли их самые обычные школьники. О поисковом отряде «Память» Татановской средней школы в материале Владимира Селякова. Идея создать поисковый отряд появилась 3 года назад. Его руководитель Надежда Насекина рассказала, с началом войны на фронты села ушло много учеников и учителей. Многие не вернулись, а кто-то и вовсе пропал без вести. Проведя уроки мужества, она поняла, тема оказалась ребятам по душе. Ребята очень активные, любознательные. У них вот такая обостренность, сопричастность ко всему, что происходит в нашей стране, в нашей области, в нашем селе. И они меня поддерживают во всех наших делах вот здесь, в музее и вообще в школе. Они нас и в школе везде поддерживают. Поскольку члены клуба – ученики 5, 6 и 7 классов, речи о выезде на раскопки быть не может. Пропавших без вести они находят самым доступным способом – через интернет на сайтах Министерства обороны. На них мы находим информацию о погибших солдатах, и эту информацию, если новая информация находится, то мы ее в данный момент сейчас отправляем на составление новой книги памяти Тамбовской области. За прошедший учебный год ребятам удалось найти и собрать информацию о 6 жителях села, пропавших без вести. В их числе родственник Марии Фетисовны Кузиной, который служил летчиком. Он еще был не женатый, взяли его на войну-то. И отца взяли, и его взяли. Вот, и оба погибли, и отец, и сын. Сейчас поисковый отряд «Память» насчитывает 24 человека. Когда ребята подрастут, они отправятся на свои первые раскопки. Владимир Селяков, Александр Титов, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.